Черт возьми, где мы оказались? Всем привет, друзья, с вами Спикер, и мы в Думе. Мы снова в Думе, и снова готовы надрать задницу, пройти через гнездо титанов. Ну хорошо, идем уже 50 метров, и походу падать нам нужно, прыгать прям в чью-то пасть. Ху-ху, там довольно высоко. Хорошо, что у нас тут есть. Давай-ка поведаем историю. Его отмщение заняло целую вечность, эпоху за эпохой. Эпоха за эпохой, хорошо, идем уже дальше. У нас максимум патроны. А тут довольно высоко. И прям в лужу крови. И мы снова, я вижу, есть атака. Пошла сразу атака, мы, конечно, готовы сразу же отбивать атаку. Там сразу 4 чувака. Пошла на вот, готов. Он готов, ребят, спускается чуть ниже. Хорошо, у нас, в принципе, есть крутая пушка. И сейчас мы стрельнем ею. Ух ты, да. Сразу двоих. Это реально крутая пушка. Хорошо, еще играет музыка, сейчас разберемся. Берем баночку бонусов. Есть патрончики, хотя у нас максимум. Так, есть у нас бронь. У нас тоже бронь максимум, поднимаемся наверх. Это мне, конечно, пригодится. В дальнейшем 100 метров именно в эту сторону. Так, мы пришли. Ух, у нас, в принципе, есть бензопива. И сейчас попробуем разрубить. Мне кажется, не хватит у меня боеприпасов на бензопиву. Так, влево-вправо. Сейчас подходим ближе. Ух, рубим. Нет, не получается. Все-таки не хватает. Хорошо, у нас, в принципе, есть супер пушка. И сейчас мы... Ух ты! Готово. Она реально крутая. Осталось всего лишь один снаряд. Как-то я слишком распулял сразу же. Ну, в принципе, можем сразу пойти вперед. Без промедления. И снова идем в чью-то глотку. Реально страшно. Мурашки по телу. Так, ну что у нас тут есть? А вот то, что нужно. Подходим поближе. Успел переключиться. Давай-ка поближе. О, готово. А осталось еще двое. Ребята, сейчас один разлился. Идет ко мне. А там еще есть? Так, пошла гренка в ту сторону. И там слишком много. Ты меня спас сразу вдвоем. Ну хорошо, давай тебя прям в глотку засунем. Фух, готов один. Сейчас второй разберемся. Так, второй тоже готов. Так, и у нас есть бронь. Есть бронь, можно как раз пособирать. Пока закончилась музычка, и все спокойно. Так, чудесно. Окей, ешки последний остался. Так, ну что, мы идем дальше. Что у нас тут есть? Музыки нет, значит больше никого нету. Это что такое? Это чье-то сердце, оно реально бьется. Какие-то жертвоприношения. Что у нас тут есть интересно? Нам тут не пройти. Хорошо, у нас всего лишь один проходник. Нам именно вот сюда. Ну что, мой друг, идем дальше. Там уже монстры. Кидаем гренком и отходим. Здесь нас работает. Реально, круто закинули. Слева и справа. Какие взрывы-то? Так чисто? Тут чисто. Ох, нет, там походу не чисто. Там у нас есть большой. Так, целимся. Ох, как неуклюже он вылез там. Прямо из угла. Ну-ка, давай-ка, родной, припрыжку. Ох, ты не успел. Реально не успел. Сейчас добьем тебя. По-быстрому, прям вплотную. И прям в задницу. Он готов. Спасибо. Он готов. Так, ну что, можно пройти сюда, а можно и сюда. Сейчас посмотрим. У нас здесь, походу, тупик. И дверца откроется чуть погодя. Когда всех монстров мы убьем. Хорошо, пошли сюда. Так, есть припасики. Сейчас пособираем и продолжим. Это, походу, кровь льется. Жесть. Пока все чисто и пока все довольно тихо. Ох, есть бронь. Есть бронь. И сразу появился монстр. Сразу. Фух, сразу двое появились. Так, у нас, в принципе, есть бочка. И прям возле бочки. Хороший взрыв. И снят практически. Так, пошла гренка. Их можно добить уже. Эх, гренка их добьет. Так, он готов, можно вручную. В хари прям с ноги. Так, ну кто еще остался? Парочку зомби осталось, можно, конечно, в рукопашку добить. И, походу, и все. Ну, тут есть еще, и он стоит и отдыхает просто. Так, что у ребят здесь есть? Так, пособирали, и все. Так, вижу, какой-то есть ключик. Сейчас мы откроем, и какая-то дверца откроется. Посыпался песочек такой, покуда давненько не открывали эту дверцу. Хорошо, видимо, эта дверца у нас и открылась. Ох, ух, прям передо мной. Как же напугал ты меня. У нас, в принципе, есть бензопила. Нет, у нас всего лишь 3. Ну, попробую, конечно, разрубить. А, не хватает, мне пишется. Да, не хватает топлива, нужно 5. Ну, хорошо, давай, наверное, все-таки дробовичком, может, хотя и ракетами. Не, давай дробовичком. Вот таким, может, бластером. Давненько мы... О, как тебя трясет. Так, вплотную. И прям гренка. Готов практически. Но позже сожри же. Готово. Так, ну что, мы, в принципе, а мы открыли. Да, дверца открылась. Без проблем. Так, что у нас тут есть? Довольно музыка еще играет, значит, кто-то есть еще. Тогда и дробовичок. Ух ты же, это довольно крупненький. Сейчас с тобой разберемся. Влево-вправо он еще какие-то волны пускает. Как же быстро с ними разобрались. Монстров здесь очень, друзья, много.
Да мы пойдем сюда, пробежимся, пособираем быстренько. Так, вижу, что это есть бонус. Сейчас берем бонус и разберемся. Припрыжку, ускорение, то, что нужно. Довольно много. Ну, ребята, сейчас будет пойти. Одел мой автомат. Ваши ракеты уже. Меня как-то зажимают. Тут еще здоровый монстр. Надеюсь, мы никуда не упадем. Сколько еще портальчик. Сейчас со всеми разберемся. И, конечно, разберемся, что здесь за портальчик. Ваши ракеты уже. Нужно добить по-быстрому. Добили. Так, он еще один монстр идет. Два ракетами. Ускорение еще работает. Так что найс. Сейчас дробовичком. Пошла гренка. Ну что, как прыгает он. Сейчас мы добьем его вручную. Прям в задницу. Вот так, об коленка. Это было красиво. Так, ну что у нас осталось? Походу последнее. Так, ты можешь вручную. Это красиво, конечно. И соберем, наверное, бронь тоже. Давай-ка дробовичком другим. Довольно будет быстрее и эффективнее. Там еще ребята есть. Так, не даем пройти ему. Нереально не даем пройти. Ох, он готов, прям в задницу, с ноги. Так, кто-то еще есть еще сверху. Вот вижу. Быстренько с ним разобрались. Он готов, и что у нас? Тут еще один. Как раз тебя я вижу. Ох-ху-ху, прям из угла. Как неудобно было. Так, что у нас здесь еще? Мне нужно реально какое-то супероружие. Так, пошла ракета, в принципе, неплохо. Реально, на поворотах у него что-то ухлюже. Так, значит, мы тут пройдем. Мы пройдем, дверца закрыта. Хорошо, мы ждем уже наводочки. Ждем наводкой. А он сверху! Ох, как неожиданно так. Так, врезался. В принципе, хорошо врезался. А мы куда упадали вниз? А нет, все нормально. Да довольно высоко. Ух ты, еще один монстр. Их слишком много. А где наша суперпушка? У нас реально есть суперпушка. И мы готовы ей воспользоваться. Сразу двоих бы. Желательно бы, конечно. Фу-фу. Но одного хотя бы мы уничтожили. Надеюсь, второго. Да, второй тур уничтожен. Это было жарко. Сколько паутины. Здесь реально давненько не наводили уборочку. Так, что-то у нас есть еще. Так, хорошо, по радару мне нужно в 40 метров в ту сторону. Сейчас пособираем и, наверное, пойдем уже к радару. Тут довольно много припасиков. Еще вниз не спускались. Надеюсь, тут есть еще ниже. Это что такое? Что-то новенькое даже. Так, ну по радару у меня 18 метров. Дверца открылась и, походу, какой-то портал. Ну, хорошо, хочу спуститься, посмотреть, что это такое. Даже не знаю. Мне кажется, это просто припрыжку вверх. Ну-ка, посмотрим. Ух ты, да. Хо-хо-хо. Это реально крутая вещь. Но мы ей не воспользовались. Хорошо, видим портал. Ну-ка, вперед уже. И мы спустились, походу, еще ниже. Ну, хорошо, проведаем, что у нас тут есть 50 метров. Здесь, походу, будет сильная заварушка. Дизайнеры постарались на свал. Так, вижу, есть... Какие-то шумы. Так, вижу, у нас есть. Сверху тут появился. Да, появился. И прям передо мной еще появился. У нас есть бонус, нужно пройти к нему. Нужно прям бонусом. Но перед этим нужно убить этого босса. Сейчас убьем и пройдем бонусом. Давай-ка поскорее, мой друг. А то идем чуть подальше. Он рванул и быстренько берем бонус. Что это у нас? Четырехкратный урончик. Ну, в принципе, неплохо. И можно использовать дробовичок. Довольно быстро он перезаряжает. Так, его сразу можно. Выбивать уже не будем. Ребята, давайте сейчас поцелуемся все вместе, греночка. Вот так, по-быстрому добьем же. Четырехкратный еще работает. Ты просто в мясо. Так, еще позади был. Ты, походу, у нас здоровый монстр. Так, пошла гренка. Надеюсь, греночки будет достаточно. Сверху у нас никого нету. Все спустили вниз. Ну что, вижу. Прям в кучке. Реально в кучке. Этот здоровый. Сейчас быстренько оторвем его. Рожки и прям в глотку. О, готово. Музыка играет, а вижу, появился. Берем дробовичок и... Мимо. Реально потолок нас спасает. Реально спасает потолок. Идем в атаку уже. Тебя добьем, добивать уже не будем. Так, ну что, у нас довольно интересно. Тут получается, сколько крови, такие стенки, красиво. Все реально красиво, и можно подлететь. Вот таким макаром. Ух ты, да. Мы не успели отцепиться. Ну, давай-ка еще разок. Ух, нормально. Давай-ка еще разок. Прям назад и припрыжку. Это не получается. Так, у нас тут дробовичок, а в принципе должна быть какая-то лестница. Так, вижу лестницу, да, видел лестницу, можно подняться наверх. Так, бронь. Бронь тоже нужен, и меня просто преследует. Недолго преследовал. Так, еще один. Реально припрыжка, прям в задницу себя. Прям в глотку. Еще разок. Так, давай добьем его. Он готов. Так, вижу, появился еще на другой стороне. Ох, вижу бронь. Давай-ка прям броня. Да, залезли. Чудесно, можно обратно, конечно. Таким макаром же. Так, здесь бронь меня реально пуляет. У нас, в принципе, есть ракета, и как раз... Эффективно будет на дальней дистанции. Так, не вижу, ребят. Куда они заныкались? Походу, где-то сверху еще.
Так, одного вижу, и больше его не вижу. Нормально, ребята поднялись просто ко мне. Это, конечно, чудесно, и, конечно, искать их не буду. Ну, давай-ка поцелуемся. Еще разок. Реально, пушка крутая, но не очень-то и быстро уничтожает. Это что такое еще? Ух ты, да, ну-ка, держи. У нас, в принципе, у нас 0 патронов. Да, хочу, конечно, покруче его уничтожить его. Но это не получилось. Блин, какая-то кислота. Так, давай-ка, может, добить его уже? Держи ракету. Отлично, он уже добитый. Он, походу, упал вниз. Он какой-то неуклюжий. Хорошо, прям вниз-то тебе уже. И прям с лету. Получилось красиво. И можете добить. Так, он готов. Но это еще есть у нас. Так, вижу, появился. Так, наводка. Где наводка? Никого вижу. Ох, спустился прям ко мне. Здоровый какой. Какой ты здоровый-то. У нас, в принципе, ракета. Это довольно мощное оружие. Давай наводка. Давай же наводочка. Неплохо. Давай-ка еще разок. Он реально мощный. Но таких, конечно, я уже уничтожал. Так, он готов. Хотел добить его. Ох, у нас есть лестница, можно подняться и туда. Так, вижу, есть бронь. Бронь нам, конечно, пригодится. Еще один. Я хочу, конечно, вручную его добить. Припрыжком. Подходи поближе. Неплохо, давай без наводки. У нас реально кончились патроны. Пошла греночка уже. Еще одна гренка пошла. Где наш супер дробовик? Реально у нас крутой дробовичок. Давай-ка. Ох, можно добить его. Теперь можно добить. Ох, да. А он готов. Наш перчик готов. Так, он вниз спустился, видел. Малец наш спустился вниз. И он тоже готов. Контрольная точка, значит, друзья, мы все прошли. Так, припрыжка успели. Хорошо, у нас 40 метров, нужно в ту сторону. Сейчас мы соберем то, что... А, вон портал открылся. Нам как раз нужно и портал уже. Так, у нас как раз есть бензопила. И можно уже разрубить будет кого-нибудь. Реально найдем монстра, сам большого, и его разрубим. Как же обожаю резать. Так, что у нас есть? У нас, походу, есть тупик по кругу всем. Есть у нас порочие жизни. Ну что, в принципе, я все собрал. Можно уже идти к порталу. И перемещаемся уже в другую локацию. Ну, пройдем уже. Так, это что такое? Видимо, какой-то ключ. Как его мы заберем? Так, нам, походу, именно вот сюда. Можно же переместиться, видимо, обратно. Да, можно спокойно переместиться обратно. Но нам, думаю, все-таки идти дальше нужно. Какой приятный звук. Ох, вижу. Давай нападение. Эх, полетим обратно. Так, давай-ка наверх. Давай-ка разозлись. Эх, даже не нужно злиться. Я буду сразу тебя уничтожать. Так, вон ребята, вижу. У нас, в принципе, есть автоматы, может, автоматом. Ух ты, да. Ребята, где же гренку? Прям ко мне подлетел. Так, он готов. Кто-то еще остался. Так, ракетами. Одна ракета, и он готов. Пошла наводка. Неплохо. Видел очень много крови, значит, мертвый. Так, ну что, ребят, держи гриночку. О, готово. Как-то тут очень медленно. Но тут, походу, у нас все-таки заварушка. Так, он тоже готов. Ух, сколько бочек рвануло-то. Какая-то даже лепешка прилетела сверху. Так, ну что у нас? Какой-то у нас есть ключик. Нам нужен синий ключ, друзья. Сейчас мы найдем. Но зеленый будет какая-то заварушка. Слишком такое место. Так, у нас здесь оружие. Жизненно пригодятся. И там, видимо, еще бронь. Да, есть бронь. Так, и дверь у нас не открывается. Хорошо, 80 метров нужно вот в эту сторону. А бочек у нас реально тут много. Тут реально будет очень большой взрыв. Так, секундочку, что у нас есть? 40 метров именно в эту сторону. 30 метров. Нам нужен реально ключ. А у нас его нет еще, друзья. Сейчас нужно будет, конечно, найти. Там, вижу, есть сверху бронь какая-то. А как интересно до нее добраться. Тут мы не пройдем, там нужно будет желтый ключик. Ну, сейчас попробуем что-то найти. Так, наверх мы не сможем подняться. Так, вижу какой-то сам проходик. Уху, да, пролетели. Пролетели наверх, и что у нас тут есть интересно? Так, нам, походу, именно вон туда нужно пасть. Но, надеюсь, мы пролетим. Так, припрыжком, и... Да, получилось. Так, у нас тут есть какая-то дверь. А вот как раз и синий ключик есть. Чудесно, конечно. Походу, здесь у нас чувствую, что-то сыпется. Так, мы дальше не пройти. И обратно нам, друзья, не выйти. У нас реально какие-то проблемы. У нас реально опускается это. Нам нужно что-то делать. Фу, даже не знаю, что и делать-то. Так, по центру мы не встанем. Так, мы вдвоем уйдем сюда. Ух, да, это было страшно. Хорошо, можем выйти, забрать эту бронь. И у нас, в принципе, никого тут нету.
Так, ну все спокойно, хорошо, открываем дверь, идем дальше. Так, секундочку, у нас, в принципе, а у нас желтый есть. Секундочку, у нас здесь желтый, а у нас, по идее, желтая дверь именно вот тут находится. Да, желтая дверь вон там находится. А как интересно туда попасть. Так, мне кажется, там нужно было все-таки наверху пройти. Сейчас вернемся обратно наверх и посмотрим, что у нас там дальше. Кажется, здесь проход дальше. Синяя дверь у нас потом будет уже. Так, снова у нас наверх прилетели. Да, видимо, эта дверь у нас все-таки открылась. Я вышел сразу по-быстрому оттуда. Вот так, прибрежком. Готово. У нас открылась вот дверь. И идем сюда. Прям желтой двери. Ну что, берем дробовичок, спускаемся вниз. Если что, конечно... Ух ты, да, дверь закрылась. Сейчас будет потеха. Так, ну я жду. Так, я реально жду. Музыка вроде еще не играет. Но что-то тут неспокойно. Так, вижу, есть проходик. Есть всего лишь один проход, и как раз нужно будет проведать. Так, у нас ничего нет. Ну хорошо, идем сюда. Нас куда-то ведут. О, какие. Здесь реально очень много кислоты. Так, кидаем греночком. Ребята, сейчас будет большой бабах. Реально, остались такие ножки. Это довольно прикольно. Хорошо, можно... Реально, кислота. Нужно от нее подальше как-то. Так, вот, наверное, обычный дробовичок. Не буду тратить только много патронов. Это мне не жалко. Черт побери, тут реально довольно много кислоты. Так, прости, думаю, друг, тебе придет... Вот так, еще прыжка. Готов, может быть, и вручную. О, готов. Так, у нас, в принципе, есть бонус. Интересно, что это за бонус? Так, неуязвимость. Ох, друзья, то, что нужно. И быстренько пройдем. Так, что у нас есть? Открываем двери. Идем обратно, конечно. Тут у нас завальчик какой-то. Ох ты, да, двери открылись. И ночевать потехом. У нас есть неуязвимость. Сейчас нужно побыстренько разобраться. Так, пошла наводка. Еще раз давай наводочка. Там есть еще один чувак. Пошла гренка, значит. Их сразу двое. Это один готов. Один готов. У нас неуязвимость уже пропала. Так, ну все спокойно здесь. Здесь довольно спокойно. Честно, вот, хотя можно и прямо об стенку. Мне кажется, ушел в другую сторону. Так, что у нас есть? Есть, кажется, аптечка. А он идет в нашу сторону. У нас, в принципе, есть бензопила. Но я уж, конечно, вручную добью его. Держи в глот, мой хороший. Готов. Так, уходим отсюда. Мы ушли. И что у нас? Пошла греть сразу. А там, походу, у нас здоровый. Так, давай-ка, беги в нашу сторону. И прямо об стенку. Прям в харю тебя. Еще раз в харю. Так, берем дробовичок. Какой-то неуклюжий-то. Поцелуйся с дробовичком. Еще один такой же. Давай-ка в стеночку. Как не очень получилось. Так, прям задницу. Не очень быстро он разворачивается. Мы не успели походить в кислоту. Куда он делся? А вот он бегает. Какой ты. Похож на фото песика. Так, он готов. Давай-ка добьем его. Держи в глазик. Так, он готов. Контрольная точка. Значит, все чудесно прошли. Хорошо, что у нас открылось здесь. Здесь, походу, дверца открылась. И можно пополнить боеприпасы. Или хотя бы жизни, которые уже максимум. Там у нас закрыто, и только сюда нужно будет идти. Окейшки, открывайся. Сим-сим, откройся. И мы идем дальше, друзья. Нас ждут еще много монстров. Как же эпично открываются двери. Так, ну что, он всего же... Ух, как получилось-то? Реально хотел уже открыть его, а тут на тебе нежданчик какой. Вернемся обратно. Вернемся обратно, и там будет узкий коридорчик. А он не идет туда. Ну хорошо, у нас что есть? У нас, в принципе, есть крутые пушки. И сейчас мы выйдем на охоту. Мы выходим на охоту. Ух ты, да. Прям в морду. Уже кто кого просто. Кто кого быстрее. Он готов довольно быстро. Так, ну что, мы спустились ниже. И что у нас тут? Так, вижу. Мне кажется, в два раза меня попали. Сейчас мы маленько поразмочим вас. Я даже не вижу, в кого именно стреляю. Реально крутая пушка. И просто реально хочется ощущать эту мощь. Так, уйдем маленько в сторону. Мы идем в сторону, возьмем дробовичок, обойдем с фланга. Так, ну что, идет атака. Так, один готов, еще один готов. Тебя вручную добьем быстренько, а тебе просто в мясо. Так, ну что, за мной, походу, идут. Да, вдвое идут. Сейчас мы быстренько с ними разберемся. Так, он готов, конечно. Остался черепок. Так, он в сторону прям, а он просто рванул. Так, он готов, но ты есть еще у нас. Поближе, и, конечно, урончик будет побольше. Так, кто-то еще был сверху. Кто-то был сверху, но я никого не вижу. Так, за мной идет. Так, держи гренку, сейчас рванет. Он решил просто смотаться к нам. Сейчас добьем тебя. Вот так вот с кулачком в каре. Так, походу, был последний. Так, у нас какой-то мост, мы поднялись наверх. А для чего он нужен? Ну, я даже не знаю. Мы, кажется, в текстурку провалились. Ненормально. Мы на месте. Эх, жесть, ну что? Уже на каком-то мостике один на один. Хотя можно спуститься и вниз, но там есть боеприпасом.
Ну, я его видел уже просто в наглую. На колени. А он просто умер. Довольно быстро умер. Там еще кто-то прессует меня. Походу кислотой. Так, хорошо, у нас, в принципе, есть ракета. Где-то был сверху. А в воду спустился, не, это другой. Там вон реально с кислотой есть. Держу ракеты. Хорошее такое окошко и хорошо на водке едят. Походу теперь готов будет. Прям ко мне подходит. Ну-ка, давай-ка. Гренку. Так, еще одну греночку. Так, еще одну. Так, он готов, но тут он, походу, еще остался живой. Сейчас подходит к нам и пошли ракетки в него. Так, можно его добить. Я. Сейчас быстренько добежим и добьем. Ох, не успел я. Реально не успел. Буквально чуток. И приходится снова добивать его. Как-то слишком церемонюсь с демонами. Так, он тоже готов. О, прям в лепешку. Так, хорошо, можно спуститься, наверное, вниз. Там боеприпасы какие-то. Есть жизни. О, есть жизни. Есть жизни, боеприпасы можно будет быстренько собрать. Так, есть у нас наверх портальчик. Сейчас пролетим наверх. Так, ну что, держись-ка меня. Семеро. Так, у нас, походу, что-то есть сверху. Так, чудесно. Это у нас какой-то бонус был. А, черт его возьми, что это такое? Хорошо, нужно, видимо... Это вот что такое опускается? Даже не понимаю. О, пролетим. А, нужно подняться наверх. Все понятно, сейчас поднимемся наверх. Так, ну, вот лестница. Сейчас, секундочку, я успел, поднимаемся наверх и активируем. Вот так, спим, да, успели активировать. Тут какой-то есть мостик. Так, ну, в принципе, все, больше тут ничего нету, и спускаемся уже вниз. Интересно, она нас расплющит. Хорошо, идем дальше, возьмем дробовичок, у нас 35 патрончиков. И тут у нас очередной портал. Так, быстренько берем припасы и идем уже мочить монстров, чтобы открылся этот портал. Так, и у нас здесь сверху довольно много бочек есть. Сейчас начнется потеха. Нам нужно пойти найти, по идее, синий ключик и открыть уже синюю дверь. Так, 250 метров в ту сторону. Хорошо, что у нас тут есть, интересно. Ух, я вижу, есть синий ключик. То, что нужно. Ну, пока все тихо. Хорошо, уходим отсюда спокойно. Так, припасы берем. Довольно очень много припасов. Я чувствую, здесь их будет... Ух ты, да. Паша, ракетка сразу. Но там надо довольно большие монстры. Конечно же, насрать. Вот тут есть, походу, лестница. И они будут подниматься именно сюда. Так, о, готов уже. Так, Паша, гляньте, уже, конечно, зря. Так, походу, сверху. О, он сверху поднялся. Как он поднялся наверх? Так, хорошо, у нас, в принципе, есть бочки. Сейчас по бочкам мы рванем. Ребята, подходим поближе. И прямо наверх. О, реально очень круто. И можно просто в воздухе. Это реально круто. О, нож... тоже в нашу сторону. Так, хорошо, у нас, в принципе, эх ты, да, ох, он уже мертвый. Так, вижу, появился. Давай-ка, здесь на меня. Он еще монстр остался. Реально, такие красные, их очень сложно заметить. Куча крови-то. Но монстров, походу, здесь будет очень много. Так, ну что, уже вижу, пуляется в меня. Это, конечно, очень, это мелочи, но это не очень-то и приятно. Так, готов, нужно припасики собрать. Ребята, подходите ко мне, хотя могу и ракеты к вам. Ух, появился у нас новый. Так, ну, в принципе, есть бензопила. Я, конечно, ее поберегу, значит, попозже. На гораздо побольше монстра. Так, вижу, ребят, с правой стороны. Держим оборону. Походу, он готов. Так что у нас наводка. Нет, еще не готов. С наводочкой довольно удобно. И кто появился? Ух, здоровый монстр. Ну что, давай-ка поцелуйся с моей бензопилой. Ху-ху, реально попало. Ушло 5%. Ну, нам нужно будет еще 3. Боеприпаса тут я не видел. Хорошо, конечно, бензопила у нас закончилась. Жесть. Нас просто реально зажимает. Так, два наводочка. Наводка пошла. Пошла гренка прям в него. Так, спросы у нас чисто. Так, он готов, даже не стал добивать его. Так, вижу наводку прям по центру. Там еще ли появляется. Ну-ка, давай-ка прям в него уже. Там у нас здоровый монстр. Хотел, конечно, его бензопилу бы разрубить. Но он, мне кажется, не добежит в нашу сторону. Так, еще одна. Мы реально закидаем просто гренками. Фу-фу. Это чинить. Держим оборону. Так, он готов. Он реально готов. И все монстры готовы. Контрольная точка, друзья. И мы идем обратно. Довольно... Это чья-то пасть снова. Довольно классно было. Хорошо, идем дальше. У нас максимум жизни. И нужно только наборник собрать. Походу, что-то еще разваливается. Так, хорошо, мой друг, открывайся уже портальчик, и мы идем уже в синюю дверь. Ну, по идее, должен быть... Реально какие-то шумы были. Так, хорошо, мы появились в другом месте, и где мы находимся? Так, ну-ка, давай-ка поведай мне историю. Никто не мог устоять перед Ордой,
Лишь палач Рока. Ужас. И вот, друзья, мы вернулись сюда. Ну что, подходим? Вот так вплотную. Готов. Сколько рвануло-то сразу? У нас есть... Ух ты, да. Сейчас мы помочим вас. Сейчас просто реально размочим. Вот так просто реально пополам. Где они? Я не вижу. Набирает энергию. И просто реально об стену. Это было круто. Я реально не вижу никого. У нас все в крови. И где-то сверху у нас. Ну-ка, давай-ка наверх. Прям к нему уже. Вот так просто реально пополам. Это реально очуменно. Они просто реально разбегаются. Куда решили убегать, друзья? Ох, сразу трое. Так, у нас практически 50... По времени 50% прошло. Так, и добьем оставшийся. Не вижу, кого вижу сверху, набирает энергию. Сейчас быстренько к нему. Фу, реально, одной левой просто. Это было круто. Просто реально. Пустились вниз и готово. А вот и большие монстры, и как раз закончилось. Как-то не очень-то и удачно. Хорошо, вернемся, наверное, все-таки вот сюда и уже, и оценим всю ситуацию. Подвигай наводки. Что у нас есть? Бензопила. Ну, у нас всего лишь два, хорошо, можно разрубить. Ух, мой друг, тебе не повезло. Так, всего лишь один балл ушел, и можно будет кого-то еще разрубить. Там вижу чувака, который набирает энергию. Так, извини, конечно, тебе придется разрубить. Кончилось припасики, придется уже дробовичком добивать. Наших больших мутантов. Так, он готов уже. У меня остался еще один. Так, прям куда? Венка пошла. Так, походу, появилась, друзья, ведьма. Как же ненавижу эту ведьму. Нужно побыстрее с ней разобраться. Так, переместилась. Ой, сейчас, родная, сейчас добегу я тебе. Она переместилась, но я реально уже только на нее. О, готово! Довольно спокойно его уничтожил. И остался, кажется, еще один. Так, мне тут, походу, и новые появились. Ну, давай-ка, ко мне беги. Ко мне беги! О, сука, припрыжку он. Я реально думаю, прям в меня будет бежать. Так, он готов. Он тут еще появляется. Ведьма снова. Мы сразу идем в атаку на ведьму. Так, куда она появилась? Где она? Прям передо мной. Черт возьми. Тебе не дали возможность прыгнуть. И сразу же... Так, он готов. Давай-ка наверх. Давай наверх, подальше от ведьмы. Как же ненавижу эту ведьму. Хорошо, давай-ка наверх, все-таки ракетами я. Так, на кого наводка? Даже не знаю, в кого наводка. Какая разница? Кого-нибудь? Ух ты, да. Тут у нас, походу, здорово появился. Походу, ребята, реально мочится. Хорошо, наверное, пройдем здесь уже. Пройдем и просто припрыжку наводочкой. Просто реально круто получилось. Здоровый бугай. Жалко, у нас есть бензопилой, я бы реально его разрубил. Это был последний. Контрольная точка, идем дальше. У нас есть синий ключик, и можно открыть дверь. Сим-сим, откройся, мы идем дальше. Мочить монстра. Боеприпасы у нас есть. Ох ты, да, куда мы пришли-то? Новая дверь в ад. Ну что, вперед, друзья?